Это чемпионат мира. А вот и первые спортсмены. Да-да, не удивляйтесь, это танковый биатлон. Мы находимся на последнем из огневых рубежей. Смотрите, оба лидера показывают одинаковое время. Выстрел, попадание, выстрел, попадание. Оба танка выходят на финишную прямую. Фантастика, у нас два победителя. Да, это настоящие профессионалы. Служба по контракту. Россия тебя зовет.